Всем привет, друзья мои! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, вы на канале Валерьяна. И что это, спросите вы? Это, могу вам сказать, сегодня видео, которое не свойственное для моего канала, особенно видео о покупках. Я спонтанно решила его записать. Не собиралась, но все же решила все-таки снять. Ну, очень уж захотелось мне, резко при том. Значит, видео о покупках, которые мы осуществили в Польше. Часто мы ездим в Польшу. В этот раз мы ездили для того, чтобы наш ребенок сдал вступительный экзамен в спортивный футбольный лицей. И мы, как всегда, ходили на шопинг, по магазинам бегали. Могу сказать сразу, для любителей парфюмерии и для тех моих зрителей, которые подписаны на меня именно из-за парфюмерии, ничего сегодня новенького о парфюмерии я вам не расскажу. То есть у меня не было никаких затестов новых ароматов, которые я очень хотела, кстати, сделать. Но не получилось, так как очень было ограниченное количество времени и пришлось пожертвовать этим самым любимым моим хобби, пойти в Сефору, в Дуглас и понюхать, послушать новые ароматы. Очень мне жаль, что этого не сделала, но, думаю, не в последний раз мы туда поехали. В этот раз мы кое-что покупали из одежды, как всегда, несколько футболок. Как всегда, обувь. Нам повезло, что были классные цены в магазине Интерспорт на обувь. Мы купили несколько пар обуви со скидкой 40%. Это оригинальные Nike, Adidas. Нужно было купить от 2 единиц, и была скидка 40%. Начну как раз с обуви. Правда, все три пары вам не покажу. Значит, первая пара это кроссовки моего мужа, очень выгодная цена, летние кроссовочки такие светло-серого цвета, сеточки такие, ну они очень качественные, очень легенькие, классно смотрятся на ноге, очень удобные. В общем, цена их была в начале 200 с чем-то злотых, а вышла цена 120 злотых. Также покажу вам кроссовки своего сына. Он, правда, уже сегодня их мерил. Покажу только один. Вот, также Nike, также оригиналы. Также вышли 120 злотых. 120 злотых это на наши украинские деньги, ну, около 800 гривен. 800 с копейками гривен. То есть эта цена очень, ну, практически смешная для такой обуви. Качественная очень обувь. Мой сын очень довольный. Мы очень долго искали, ходили по разным магазинам. Ничего не попадалось, то, чтобы ему понравилось. Ну, эти понравились ему, и думаю, что он их поносит. Ну, посмотрим, конечно же. Всякое бывает. Третьи кроссовки. Это были кроссовки моей дочки. Они остались в Польше, так как она там учится, и поэтому их вам не покажу. И четвертая пара, это вот такие шлепанцы, оригинальные Adidas, которые вышли тоже с 40% скидкой. Мы долго охотились за такой скидкой, и нам повезло. Сын мой очень рад и доволен, поэтому я тоже довольна этой покупкой, конечно же. Потому что очень выгодно получилось. Для себя я не в этом магазине, а в магазине Хаус и Дойчман купила две пары босоножек. Это вот такие вот рыжего цвета босоножки. Очень простой дизайн. Это даже не кожаные босоножки, но выглядят они как кожаные. Очень лаконично выглядят, как я и люблю. Чем проще, тем лучше. Я люблю лучше сделать тогда поярче педикюр какой-то такой суперский на лето. И мне это очень нравится. Так, значит, это у нас пара стоила 60 злотых. Тоже очень выгодно. Нет, не было на них скидок. Но мне они просто реально подошли. Подошли полноте моей ноги, потому что у меня узкая нога. И у меня очень часто она выскальзывает вперед. Здесь же все хорошо зафиксирована ножка. Я думаю, с удовольствием буду носить. Не знаю, насколько они будут удобные. Как видите, они абсолютно
плоские и с небольшим каблучком. Ну, посмотрим. Я думаю, что должно быть все нормально с ними. И вторые босоножки, это вот такие, которые я приобрела в магазине Deutschmann. Немецкие босоножки. Они тоже не кожаные, у них только кожаная вот эта стилка. Или как это правильно сказать. Классно выглядит. Мне очень нравятся такие простые формы. Летом очень люблю носить шорты, футболки. Поэтому я считаю, лучшей обуви для этой одежды просто нет. Вот, очень удобные. Эти как раз очень удобные, потому что у них здесь такая ортопедическая стелька. Думаю, поношу тоже с удовольствием такие босоножечки. Они стоили 90 злотых. На наши деньги это 90 злотых. 9 на 7 приблизительно. 9 на 7. 63. 630. Ну, где-то 600 гривен. Эти 600, а эти 60 на 7, 420, около 400 гривен. В общем, цены, я считаю, недорогие для такой качественной обуви, особенно вот эти, довольно-таки качественные. Так, что еще было в покупках моих, наших вернее, это, как всегда, несколько футболок для моего сына. Мы брали их вообще в супермаркете Ашан. Очень часто мы берем там футболки. Они очень бюджетно стоят, то есть можно себе позволить. И также в Украине тоже на них неплохие цены. Здесь такой цвет у нас хаки, и по нему такие как узелки разноцветные. Короче, классно смотрится футболочка. Мы вообще любим цвет хаки. Это у нас семейная. Вторая футболка это вот такая, с таким модным принтом гавайским, беленькая, и вторая вот такая зеленая, тоже с таким модным принтом. И довольно-таки эти футболки качественные, носятся неплохо. Даже если не носятся, на один сезон хватает, а потом можно опять накупить себе модных свеженьких футболочек. Поэтому я по этому поводу не заморачиваюсь. Я люблю свежие футболки, и чем побольше, тем получше, потому что каждый день можно менять для своего настроения. И в этот раз мне только одна футболка понравилась, чтобы себе купить, потому что я бывает покупаю 5 и 6 штучек. Для меня понравилась только одна, такого зеленого цвета, который сейчас, кстати, очень актуальный. Знаете, где я его купила? Это магазин Пепка. Если знаете, в Польше есть такие магазины, супермаркеты. И она стоит просто смешных денег, потому что я купила ее в детском отделе. Здесь рост 1,58 м, 1,64 м, у меня 1,62 м рост. И цена, обратите внимание, стоит 6,99, то есть 7 злотых. 7 злотых это у нас 50 гривен, даже меньше. Классная ХБ-футболочка, рукавчики с такими вот манжетиками. Классно сидит. Длина такая, она не короткая довольно-таки. Освежающий такой зеленый цвет мне очень идет. Поэтому я купила себе такую футболку. Несмотря на то, что это детское дело, она недорогая. Но по ней не скажешь, когда вы ее оденете, что она бюджетно стоит. Она выглядит довольно-таки достойно. Еще что я себе купила, но даже не купила, я заказывала на сайте, на котором еще больше скидок, на польском сайте. Моя дочь, она живет в Польше, и она мониторит все эти сайты. Этот сайт у нас Tailey Vale. И были просто фантастические скидки на вот такие батники или свитшоты, как он правильно называется. Вот он как выглядит, с таким капюшоном, с начесом в середине. Такие здесь у нас веревочки. Тут такой карман кенгуру. Немножко помятое это все, извините. Спущенный модный рукав. Такой размер немножко оверсайз. То есть она большая довольно-таки, хотя это М-ка. Довольно-таки подходящий мне в основном размер. Но я люблю такие массивные вот эти вот кофты. Поэтому тоже буду носить с удовольствием.
И тоже, если обратили внимание, такой же приблизительно цвет, как у этой футболки. Я люблю зеленый цвет, он мне идет в разных оттенках, практически во всех оттенках. Поэтому я смело могу заказывать через интернет. И что еще могу сказать, цена там была ну просто фантастическая. 25 злотых стоит такая кофта, это 150 гривен на наши деньги. У нас эта кофточка стоила бы ну минимум в 2 раза дороже. Это если постараться и найти такую кофту. Я довольна, очень довольна. Еще также на сайте H&M, не в магазине H&M, потому что мне даже не заходили в тот магазин, не было времени. Я купила себе, заказала себе вот такую парку. Я долго искала у нас в Украине. Наверное, уже, скорее всего, она не так популярна, потому что не настолько уже модная. Но я люблю парки, и мне очень захотелось какую-то цветную парку. Я хотела, если честно, сначала нежно-розового цвета. Но нежно-розового цвета я потом померила некоторые вещи, и я смотрюсь очень бледно и безлико. То есть не очень мне подходит такой цвет. Поэтому я взяла себе такой цвет, который я назвала бы гнилая вишня. Такой бордово-коричневый оттенок. Вот такие оттенки мне идут. И помады мне такие подходят. У меня шарфы такие есть с такими оттенками. Поэтому этот цвет выгодно подчеркнет мою внешность, освежит и реально мне подойдет. Очень-очень качественная курточка. Она весенняя, это не зимний вариант, потому что она довольно-таки тонкая, но она с меховой подстежкой. То есть ее можно носить уже весной, когда нет морозов особенных, но еще холодно. Здесь такой меховый воротник, который я не буду, наверное, носить. Скорее всего, я его сразу же отстегну, он отстегивается. Очень качественно она изготовлена. Все швы в отличном состоянии. Замок отличного качества, он железный, есть кнопки. Также карманы накладные, здесь кулиска, которая стягивается по талии. Идеально подошла мне длина рукава. Здесь у нас тоже регулировка ширины рукава. В общем, клевая куртка. Я очень довольна. И цена ее на минуточку 80 злотых. 80 злотых это на наши деньги 550 гривен. Я считаю, что это смешные деньги. И ну, по-белому могу сказать, завидую полякам, которые могут не тратить так много денег на одежду, могут ждать каких-то выгодных предложений и скидок и одеваться с иголочки, не отказывая себе в покупке новой вещи. Поэтому мы тоже постоянно, когда ездим, мы постоянно стараемся себе что-то прикупить, потому что это очень выгодно и экономит, конечно же, семейный бюджет. Так, следующее, что я вам хотела показать, это опять же из супермаркета Пепка. Это покупки к моему новому ремонту на новой квартире, на которую мы скоро переезжаем. И у нас уже заключительный этап ремонта. Мы уже покупаем мелочи в квартиру, уже доклеиваются до конца обои. Заказываем мебель, то есть очень интересный этап. Я вообще очень интересуюсь дизайном интерьера, обустройством квартиры, уютом в доме, поэтому я очень большое внимание уделяю всему, что касается уюта, красоты в доме. В этот раз я очень хотела, искала, но не нашла, не только в этот раз, я долго уже ищу. Хотела желтый коврик и желтые аксессуары какие-то, потому что ну, очень мне хотелось желтого цвета в интерьере, особенно в ванной. Ну, хотелось как хотелось, но ничего не получилось из этого, так как ни одного коврика, даже с какими-то желтыми элементами, я не нашла. Поэтому, когда мы зашли в этот магазин, я увидела красивый цвет, который я очень люблю, это цвет Тиффани или нежно-бирюзовый цвет. И я решила, что в таком цвете я тогда сделаю акценты в своей ванной. Поэтому там я взяла вот такой классный коврик.
на пол, да, ванный коврик. Очень он приятный. Он стандартного размера 50 на 80. Здесь он прорезиненный, то есть он не ездит по плитке. Это производство Польши. Очень мне нравится покупать именно польского производства, потому что оно для меня какое-то довольно-таки качественное все. Так, дальше я увидела вот такие вот как раз подходящие по цвету аксессуары для ванны. Это у нас дозатор для мыла, который вот такой рифленый. И вот такой стаканчик для щеток и для пасты. Очень подходит мне. И я тогда уже решила, что беру в таком цвете точно. Потому что еще к этому всему подошла и шторка для ванны. Это вообще, девочки, тяжелая задача. Кто занимается обустройством своей квартиры, наверное, столкнулись с тем, что очень тяжело подобрать друг под дружку аксессуары и по цвету, и чтобы оно вместе хорошо все сочеталось. Это очень довольно-таки сложно. Я в этот раз обошла всю Икею. Ну, правда, я и на сайтах постоянно на Икею смотрела. Ничего мне не подошло. И в Кастораме мы были, и в Ашане мы были. Ни одного комплекта я не могла подобрать себе, чтобы я сразу купила, и мне все это подошло. Поэтому я решила, значит, так уже будет, как сейчас у меня получается. Такая белая шторка в таких как бы бирюзовых листиках. И все это вместе, мне кажется, будет хорошо смотреться. И дальше вы видите, да-да, вы видите, что это такое, и это оно. Это ёршик для унитаза. И он в похожем цвете, правда, идеально он не подходит. Но все-таки, я думаю, в одной гамме будет классно все это сочетаться. Так, вот это все покупки, которые я хотела сегодня вам показать. Половину покупок моих, они на новой квартире. То есть мы купили еще каркасную люстру, мы купили зеркало в ванну, мы купили в Икее тумбочку для умывальника, умывальник, смесители. Но все это уже на новой квартире. Показать вам сегодня, к сожалению, я этого не могу. Возможно, я еще покажу, вставлю в видео. Так, ну это все, девчонки, мальчишки, что я хотела вам сегодня рассказать. А, нет, забыла еще вот этот желтый пакет. Это посылка с AliExpress. Я заказывала для нас ручки для нашего нового кухонного гарнитура, который у нас есть тоже на новой квартире. Я не могла найти таких ручек здесь по нормальной цене и заказала там. Сейчас вам покажу, как выглядит одна, не буду всех показывать. Вот эта ручка. У нас светлый такой серый гарнитур и вот такая ручка. Она металлическая. Таких штук у нас 21 штука. Вот. И по цене довольно-таки выгодно выходит. Поэтому я довольна. Надеюсь, что она послужит. Уже как-нибудь покажу вам эти ручки на нашей кухне. Все, девчонки и мальчишки, теперь уже все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Всех целую.